военные танцуют. Отсюда бабуля туда не уходила? Ну, да. Там просто укропы застрелили женщину. Перекресток, где азовцы или ВСУшники убили пожилую женщину, отработал БТР. Надеюсь, что убийца этой женщины был там и ему поплатило. Дом очень удачно расположен для того, чтобы контролировать перекресток. Здесь вот огневые позиции были. Отсюда, получается, можно контролировать полностью перекресток, соседние дворы. И вот из где-то отсюда сидел снайпер, который убил одного нашего товарища и ранил другого. Вот.
чтобы взять этот перекресток, потребовалось сначала нанести отвлекающий маневр, там нанести удар, потом перенести снова сюда, сблизиться с противником. И только после этого стало возможно зачистить. Дело в том, что танк сразу сюда нельзя подпускать, иначе его могут сжечь из соседних домов. Там тоже сидели гранатометчики. Соответственно, от дома к дому шло сближение с этим, как можно сказать, стратегически важным перекрестком, чтобы выровнять, во-первых, линию фронта, а во-вторых, погасить вот этот вот оборонный рубеж азовцев. Их здесь было, по словам местной жительницы, где-то человек 30-40. Вот. Сколько их здесь под завалами, сейчас сказать трудно. Двое лежат там, потому что нам нужно было его уничтожить, чтобы пройти. Вот. И, соответственно,